продолжают Дмитрий Беляков и Ульяна Григорьева из Москвы. Добрый вечер. Чувствуется, что Новый год ближе, все ближе и ближе, да? Кто уже купил подарки? Такие есть люди, да? Вы герои. Раз, раз, вот, здравствуйте. О! Спасибо, что пришли. Мы споем три песни, как ни странно, из фильмов, из художественных. И не только из художественных, кстати. И первую песню, которую мы споем, это песня из фильма Марка Захарова «Дом, который построил Свифт». К сожалению, среди вот такой череды фильмов Марка Захарова это не самый популярный фильм, но песня того стоит, чтобы ее послушать. Еще одна, а под ней еще одна.